А сейчас к дорожной теме. 18 сентября начинаются работы по ремонту одного из важнейших объектов улично-дорожной сети города – улицы Горького. Она будет отремонтирована с использованием щебеночно-мастичного асфальтобетона по всей протяженности – от Артиллерийского переулка до Комсомольского проспекта. На период проведения работ проезд автотранспорта по этой улице может быть частично затруднен. Автовладельцам рекомендуется по возможности использовать пути объезда, в частности, по набережной Афанасия Никитина, где ремонт уже завершен, или по улице Красина.